Эй, всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Станислав. Это канал Лайк Позитивный, а это у нас метро Луч Надежды. Метро Last Light. Прохождение дополнительных миссий DLC. Сегодня у нас, наверное, будет миссия Башня, я так помню, главу. Ну, сегодня посмотрим. Поиграем именно в нее. Так, ребята, я чуть поднастрою, там звук убрал, чуть потише сделал. Потому что бандикамом там. Я сейчас бандикамом записываю, там немного звук такой бывает. Поэтому я немного буду потише ставить звук. Вообще нормально там, но все равно. Давайте, значит, главы выбираем. Новые главы. Сюжет. Не надо нам линия. Так, снайперы прошли. Башня, да. Так, бросьте вызов башни виртуальному симулятору боя в мире метро. Именно лучших рейнджеров попадает в списки лидеров. Ну что ж, поехали. Играть. Обычный режим. Ну, нормально можно поставить. Одна серия. По этому дополнению, я думаю, одна серия будет. Да. Да-да-да, я уверен. Башня. Столько лет мы готовились к тому, чтобы начать конец борьбу с последствиями войны. Мы собирали данные, ученые проводили исследования. Все, наконец, почти готово. А я вынужден сидеть сложа руки и ждать выздоровления. Хотя у полковника, похоже, все же есть для меня задание. Иначе зачем ему меня вызывать? Ага, понятно. Что-то, по-моему, мы за Артема не играем, я так понял. Но голос вообще не похож. Артема голоса я знаю. Мы находимся в D6. Угу, понятненько. Ну, нажимаем любую клавишу. Хорошо. Ну ладно, дело. До выздоровления поступает распоряжение наших ученых. Они занимаются боевым тренажером, запросив содействие. Нужен опытный оперативник для обкатки, так сказать. Подробности они тебе на месте расскажут. Как мать моя женщина. Я думаю, что це мені в ухо дует, а? Хорошо, давай попробуем. То есть ты меня выпускаешь? Надо мне в уши дуть своим фу, блин. Капитан, выходи, времени нет, тут торчать. Да ладно, я не буду с вами тут торчать. Давайте. Ну, еще месяц и будешь шаг на веки. Отдыхать некогда, 7 лет как война закончилась. А мы что? Все сидим вот там, Д6, наблюдаем. Пора что-то менять. Понятненько. Подожди, война закончилась? Что-то война именно какая? Что-то не понял. Это после того, как мы отбили фашистов и красных. Ну тогда, когда проходили метро Луч Надежды. Понятно. Еще один лифт. Не знаю, что за война 7 лет назад уже кончилась. Я что-то не пойму сейчас. Нам туда? Я не подойду. А, ну, наверное, да, мы пошли. Открывайте. Блин, освещение тут вообще классное. Не, нечему придраться мне. А я не собираюсь. Пойти. Чук. Руководитель проекта по разработке виртуальных боевых тренажеров. Код темы – башня. Ага. А это моя правая рука, Анастасий. Можете его звать Геком. Итак, мы же делаем. Вот, собственно, тренажер, который вам предстоит испытывать. Где вот это? Он нормально работает, ничего не случится. Круто. В общем, все просто. Садитесь в кресло, надевайте очки. Ну хорошо. Очки, что-то я знаю такое. Капитан, садитесь. Блин, забыл, как это называется, такие есть очки. Да, блин, у нас уже все настроено. Давайте начнем. Хорошо, блин, забыл, как эти очки. Ну есть такие очки виртуальные, ну реальность. То есть нереальность даже. Надеваешь очки, можно играть в игры. Забыл, как ее называются, блин. У меня таких не было. Но они всегда хорошо влияют на организм человека. Особенно в лесе в хорроры играть и какие-то экстремальные игры. Смотрел я видео на ютубе, я забыл, как называются такие очки. Виртуальные, реально. Но это не очки 3D, не? Хотя похоже на эти очки. Не знаю. Блин, он все светится так. Ого, Даша слепил. Мне кажется, вау. Все хорошо.
Попробуйте подвигаться, повертеть головой. Я точно метро играю? Это стартовая комната. В ней можно выбрать вооружение. Пройдите в стойки и возьмите оружие. Ууу, прикольно. Возьмите оружие, капитан. Слушайте, вау, прикольно. Давай возьмем. А, выбрать. Блин, хомуха, так вот это круто, а? Он же так медленно передвигается. А шот. Ну давайте возьмем. В калашках обычное оружие. Во все киры, да, выбрать. Ага, выбор. Давай возьмем револьвер. И ашот этот. Ага. Прикольно. Кажется, теперь все хорошо. Это какую-то игру мне напоминает. Капитан, в следующем испытании вам надо будет продержаться определенное время. Ага. Думаю, это будет интересно. Ну что ж, капитан, приступайте. Подойдите к описанию задания и активируйте его. Противники люди. Так как сейчас мы проводим испытания в условиях, приближенных к эксплуатационным, более подробных указаний мы дать не можем. Так что разбирайтесь, капитан. Блин, хомуха, как это круто. Активируйте задание, капитан. Да блин, да, да отстань ты своим, я... Потому что так все сливается. Это можно надеть 3D очки или вот эти очки, которые я говорил, я не знаю, как они называются. На О, как это начинается. И в метро поиграть, это будет вообще очень круто. Вот эта херня, я забыл, как это называется. Тоже что-то знакомое. Где-то в играх видел такой. Противники люди. Я не знаю. Тихо-тихо, да, оно так и будет вот это расплываться так. Нихера сколько патронов, аж пролагало. Так и должно быть все. О, я теперь нормально хоть все вижу. Мили понастрадали. А, я должен отбиваться, да? Я ж первый раз играю, я не играл вот это. Ой. Прямо чего? В голову, что я не успею прочитать. А, волна один из двух, что-то. Понятно. Прямо в башню, понятно. Очки хоть получать какие-то. Такой-то Counter-Strike, что ли? Ой, Counter-Strike, как он называется. Ага, угу, понятно. Круто. Все, волна кончилась. Ой, еще один. Я их сейчас на выходе буду встречать просто. Сейчас я их на выходе буду встречать. Поняли? Ай. Ой, ты успокоишься, ты что такой дерзкий, а? Что-то ты дерзкий сегодня, а? Сколько времени продержаться? Кого там прижало? Да вы издеваетесь, вас тут много сегодня. Блин, как куда нажимать? Давай спустимся чуть-чуть. Снайперы? Какие-то патроны получил. Как все разберется? Снайперский. Кто-то взрывается там, я не помню. Попади, что? Главное, чтобы они меня не зажали. Это будет все хорошо. Сразу двоих, ого. А ладно, я двоих сразу. Блин, кому-то попади ты хоть раз. Да блин, то я даже с этого... Ой, сейчас прижать хочу, да? А они пропадают, а блин. Это ж как бы не настоящие, а виртуальные. Типа игра какая-то. Да, он исчезает, блин. А мне хоть время какое-то дадут, чтобы передохнуть, там патроны где-то взять. Ой, 4 секунды. А что я должен делать? Как мне их? Где мне патроны-то брать? Мне ж не объяснили, наверное. Сам разбирайся, да?
Сейчас вторая волна поперла уже. Ё-моё, что творится? Ой, блин, прям здесь появился. Ля-ля-ля. Нихера себе отлетел. Аж пролагал. Так куда ты прёшь? Слушай, ты. Он прямо здесь появляется, да? Не-не-не, тут стоять нерезонно. Выходи. Сколько времени продержаться, да? Это вторая волна потоку, да? О, кто-то взорвался, по-моему. Кто там взорвался? Тихо, 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 лечись, лечись, лечись. Вас много очень, по-моему. Слишком фашистов много. И все умные какие-то. Так куда ты меня прижимаешь? Хватит меня уже прижимать. Да ё-моё, ой, так. Да сколько продержаться-то, а? Так, все, убили, блин. Короче, да. И где последняя контрольная точка? Куда меня перенесу? Так, кажется, теперь все хорошо. И мы уже подготовили задание. Да блеха-муха, что понятно? Следующим испытанием вам надо будет продержаться определенное время. Я уже пытался. Думаю, это будет интересно. Ну что ж, капитан, что приступайте. Интересно? Подойдите к описанию задания и активируйте его. По-новому. Так как сейчас мы проводим испытания в условиях приближенных к эксплуатационным, более подробных указаний мы дать не можем. Так что разбирайтесь, капитан. Давайте еще раз попробуем. Отсюда побежу. Ой, помазал. Помазал? А что ж такое? На, держи, кого. Так. Блин, зажмуть опять меня. А есть ли что-то такое? О, есть, есть, это есть, что ты мне не говоришь? На. Блин, как они отлетают, классно. Еще разговаривать умеет, круто. Так, где ты там? Ты все один остался вроде бы, да? На. Шести автомат. О, идут еще, идут, идут же. О, отлично. Так. Опять пошли. Ё-моё! Прижимают! Прижимают! Всё, кто-то беги, беги, беги! Твоём, откуда? Сколько вас там вообще? Что-то они слишком умные, блин. А, пески. Ага, понятненько. Опять. Тут зелененькая горит. Опа-на! Чё это значит? Чё ты нажимаешь? Не понимаю. Кто там взорвался? Ну, привет. Да попадишь ты уже, хватит на больно. Без прицела вообще как-то хреново. Так мне патроны дают вообще или как? По одному патрону что выдают или как?
Давай автомат возьму, на автомат еще езжу. Сколько здесь волн? Вторая волна только пошла. Так, прямо в башню, отлично. Я один патрон, что ли, покупаю? Или... Опа-на. Ну что, все доступно, что ли? О, теперь хорошо. Сейчас хоть там попадать в меня, а? Тихо-тихо-тихо, успокойтесь, ребята, хватит уже. Окружают же меня, а? Это плохо. Куда ты подошел так близко? Беги, 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 что ты стоишь? Да блин, да ⁇ -мо, не застревай ты. Тихо, 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 ты под них пролазил. Давай сюда. Ни хера себе, там много, ребята. На, держите. Ого, сразу вылет, отлично. Отлично, отлично, просто отлично. Сегодня шутер, блин, у нас. Просто в серии снайпер, а тут шутер просто. Да сдохни ты, бег, комуха. Беги, родной, беги, это аптечки кончились. Что же делать? Да, ё-моё, ладно, все, наверное, блин. А сохранения-то нету. А здесь сохраняться, я не знаю. Сейчас проверим. Так, кажется, теперь все хорошо. И мы уже подготовились. Ну ладно, так посмотрели, в принципе. Следующим испытанием вам надо будет продержаться определенное время. Ладно, ребят. Думаю, это будет интересно. Ну что ж, капитан, приступайте. Давайте мы здесь закончим, а Бог посмотрит другое еще дополнение. От дополнения мы посмотрели, поэтому закончим. Да, все, помолчи. Мы посмотрели такое дополнение. Ну, понятно дело. Пески ли... А, стой, стой. Пески лидера. Ага, ну понятно, сейчас интернета нет. Конечно, сетевой HD. Блин, я же интернет не включаю сейчас. Это режим башни. Понятно, это... Просто сеть надо. Та закрой, как... Чё не закрывается? Да не надо, какой загружаться, блин.